свиная рулька в казане. Мардя, шелуха красного лука, черный чай в пакетиках. Делаем проколы и ставим чеснок. Пиво, шелуха красного лука и черный чай. Морковка, петрушка, сельдерей, острый перец, красный лук, чеснок, имбирь, перец горошек и душистый, лавровый лист. На медленный огонь ровно 2 часа. Варится 1,5 часа. Соль. Я делаю соус. Оливковое масло. Переправа для мяса. Красный паприка. Аджика. Горчица с медом. Гранатовый сироп. Соль. Видите, вот такой цвет. Буквально 5 минут. С вашим позволением. Я не ожидал, что рулька может быть такой вкусненьким. Это не рулька, это просто шикарно.